Здравствуйте! В эфире Банкир ТВ. Сегодня в программе. Российский рынок акций закрылся снижением. Перевод работ по обеспечению информационной безопасности на аутсорсинг выгоден банкам. Прогноз валютного рынка на предстоящую неделю. Решение личных проблем в рабочее время повышает лояльность сотрудника. Банкир.ру проводит онлайн-конференцию, посвященную валютному рынку. А теперь подробнее об этих и других темах. Российский рынок акций завершил неделю распродажами. Индекс РТС снизился до уровня 1494,66 пункта. Индекс МВБ опустился до отметки 1460,06 пункта. Подробнее итоги работы финансовой индустрии России смотрите на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру, осрос.ру и покредит.ру. В Ассоциации региональных банков России состоялась встреча участников клуба руководителей банковских служб по связям с общественностью с агентством банкир.ру. Участникам встречи были представлены сервисы агентства, в том числе первый в России финансовый фотобанк и единый центр онлайн-заявок на кредиты агентства банкир.ру и холдинга 123сервис.ру. Подробности встречи в репортаже нашего корреспондента Евгения Филиппова. Итак, друзья, значит, у нас сегодня очередное заседание нашего клуба. Мы его сегодня проводим в гостях у агентства Банкир.ру. Ян Арт, хорошо вам известный. Мы с ним договорились принципиально о проведении этой встречи, согласовали тему, на которую вы и клюнули. Коммуникация банков и интернет-СМИ. Как добиться эффективности? Вот недавно мы рассуждали с кем-то из коллег о рекламе, в том числе вот с Антоном, и с Анатолием Геннадьевичем рассуждали о банковской рекламе, что она вся сладкая, что вот мечты сбываются, шезлонг, пальма, значит, там кто-то валяется от кредита Сбербанка, или вот это вот с Антоном мы сформулировали, вот эта семья молодая, в меру сексуальная, но при этом видно, что это не только хорошие любовники, но и папа и мама, то есть там доля ответственности на лице написана. У них одновозрастные вот детишки с разного цвета, разнополые, разного цвета волос, потому что, видимо, как родила она сразу двоих от двух мужиков, непонятно по этой рекламе, но счастье нарисовано. И вот эта семья, значит, на фоне коттеджа, автомобиля, там, квартиры, в крайнем случае, всегда очень большой. Я вот никогда, вот, все пытаюсь найти хоть одного знакомого, у которого квартира как на рекламе, нету. Богатый или человек, бедный, но нету. И вот, значит, на фоне этого, значит, красивого стадиона, они счастливы. И вот, по сути, вот эта позиция банковская, да, она и в блогах, в плохих блогах именно она выражена, к сожалению. Это возврат еще к одному мифу, который тоже уже отыграли. Когда банки начали более серьезно, активно заниматься сайтами, где-то на стыке 2003-2005 год, а сразу возник соблазн. А если мы сайт, может быть, мы и сами себя обслуживаем? Да? То есть мы сами себе некое медиа. Ну, есть банки с огромным посещаемостью. Скажем, у Альфа-банка на сайт приходит больше, чем на Банкир.ру. Там или на Банкир.ру спрашивать, зачем мы нужны. И возникает соблазн, да мы сами пообщаемся. Дальше это все общение естественным образом выхолощивается, естественным образом превращается вот тот самый гламур в рассказ вот об эту семью с разнополыми детишками одного возраста и как бы в позицию «все хорошо, прекрасный маркет». Значит, у нас тема заявлена коммуникацией банков и СМИ. Интернет мы выводим за скобки. Как добиться эффективности? Что Ян Арт считает за эффективность? Вот тут возникает один вопрос, как бы, а что, собственно, хочет добиться банк? Что для него является связью с общественностью? Так, то есть, мы насторожились. Если вот тот самый посыл про вот эту счастливую до идиотизма семью или про мечты сбываются, то, наверное, вот этот, для этого посыла, скажем, порталы типа Банкир.ру абсолютно не нужен. Если, или проекты типа финансового диалога, которые мы идеологически не разделяем, но говорим, вот, вот альтернативная по-другому попытка, они просто не нужны, потому что это однобокий посыл, у которого есть источник, есть целевая аудитория, все, он идет и не требует обратной связи. Если же банк хочет добиться коммуникации все-таки двусторонней, то, на мой взгляд, вот тут и возникает вопрос о формах, в которых это можно сделать. Мы видим альтернативу все-таки в классических подходах к журналистике, в том числе и на портале. И исходим все-таки из того, что интернет-СМИ
абсолютно ничем по методам своей работы не отличается от классических СМИ. У нас еще вторая часть нашей встречи. И Антон подготовился, и самое интересное, что там тоже ведь звучит понятие эффективности. Ключевые показатели эффективности, только речь идет о специалисте в сфере пиар. Итак, приступим. Значит, вот рейтинг наиболее используемых KPI на сегодняшний день по результатам нашего опроса. 60% это пресс-рейтинг. Сразу оговорюсь, это не 100%, это был открытый вопрос с возможностью множественного ответа. Соответственно, общая сумма может быть гораздо больше 100%. Итак, пресс-рейтинг, количество инициированных публикаций и их перепечаток – 63%. Второе место – количество упоминаний – 54,5%. Индекс цитируемости в различных его вариациях – 36%. И что сразу хочется сказать? Во-первых, да, тренд на использование PR-value снижается всего 20%, еще меньше return on investment и совсем практически статистическая погрешность media outreach. И, естественно, как и при пилотном исследовании, около трети, даже можно сказать, да, треть опрошенных, 29,5%, указали субъективное мнение руководства об их работе как один из основных критериев оценки эффективности. Дальше мы применили факторный анализ и начали исследовать, какие факторы влияют на конкретный KPI. Итак, факторы руководителя, то есть непосредственно отношение руководителя к выбору KPI. Итак, топ-менеджеры реже выбирают PR-value, соответственно, роли. Акционеры выбирают гораздо, в два раза больше, 38%. Использование медиалогии и его индексы информационного благоприятствия, комплексный индекс, который за ними закреплен. Опять же, еще большая разница, топ-менеджеры его используют в 40% случаев, акционеры только в 13%. И как раз вот субъективная оценка. Топ-менеджеры немножко меньше, чем акционеры используют субъективную оценку. О преимуществах использования сторонних компаний при обеспечении информационной безопасности бизнеса пишет в своей колонке, опубликованной в клубе экспертов банкир.ру, руководитель службы информационной безопасности компании Onlanta Светлана Фролова. По ее мнению, благодаря многоступенчатой структуре системы контроля и закреплению ответственности передача поддержки информационных систем на аутсорсинг существенно снижает риск утечек по вине человеческого фактора. По условиям договора аутсорсер несет юридическую и финансовую ответственность за нарушение требований информационной безопасности и утечки информации по вине своих сотрудников. Помимо этого, система может и должна быть организована так, чтобы сотрудники аутсорсера не имели доступа к конфиденциальной информации заказчика, отмечает эксперт. Согласно ее оценке, существенным фактором здесь является и то, что использование технических и программных средств обеспечения информационной безопасности обходится каждому заказчику дешевле, чем их покупка. Полностью колонку Светланы Фроловой читайте в клубе экспертов банкир.ру. Какова же перспектива ценовой динамики евро-доллара на следующую неделю? Аналитики нашей компании, анализируя текущую ситуацию, отмечают, что оптимизм по отношению к единой валюте постепенно начинает иссякать. Это неудивительно, поскольку никаких объективных предпосылок для ее роста так и не появилось. С точки зрения макроэкономической статистики, они не появятся и на следующей неделе. Прошедший саммит ЕС отставил за бортом почти все основные вопросы, волнующие рынки на данный момент. Не освещалась такая волнующая тема, как спасение Испании, равно как и не планировалось и принятие конкретных решений по данному вопросу. Европейские лидеры не сдвинулись с места и в вопросе учреждения единого механизма банковского надзора, просто отложив его на следующий год, а заодно и идею создания унифицированного бюджета. Появились проблемы в банковской системе Германии, негативные перспективы которой обнародовало рейтинговое агентство Moody's. Все это разочаровало рынки, существенно понизив интерес инвесторов к покупкам единой европейской валюты. Наряду с негативными фундаментальными факторами, техническая картина по евро-доллару также демонстрирует усиливающиеся риски возобновления снижения. Пара завершила восходящую коррекцию и развернулась в конце прошлой недели на новый цикл нисходящего движения. Исходя из этого, наш следующий прогноз предполагает,
предполагает краткосрочный откат пары от текущих на момент открытия торгов минимумов, а затем продолжение снижения курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.2980, 1.2942, 1.2874, 1.28, 1.2747 и ниже в направлении следующего ключевого уровня поддержки 1.27. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе «Прогнозы». Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Большинство россиян уверены в том, что лояльность работодателя к решению сотрудникам личных вопросов в течение рабочего дня провоцирует ответную лояльность работника к своей компании. Об этом сообщает в своей колонке, опубликованной в клубе экспертов банкир.ру, руководитель отдела аналитики рекрутингового портала superjob.ru, главный редактор журнала «Зарплатомер» Валерия Чернецова. Как свидетельствуют результаты опроса, по мнению 56% работников и 60% руководителей, возможность выделить часть рабочего времени на личные дела благотворно влияет на рабочий настрой и на продуктивность труда. По наблюдениям менеджеров по персоналу, сотрудник, который может ненадолго отвлечься на личные дела без порицания со стороны руководителя, более лоялен компании, а значит и более эффективен. Полностью колонку Валерии Чернецовой читайте в клубе экспертов банкир.ру. О важной роли, которую играют BPM-системы для управления эффективностью банковского бизнеса в интервью банкир.ру, рассказала заместитель генерального директора по развитию компании Intersoft Lab Юлия Амириди. Она отметила, что востребованность BPM-инструмента обусловлена эффективностью его работы в банке. Для кредитных учреждений, нацеленных на рост своего бизнеса и стремящихся к оптимальному управлению прибыльностью, требуются передовые BPM-решения, в основе которых хранилище данных. Альтернатив этому не существует. Сегодня использование возможностей хранилища данных для управления доходностью банковского бизнеса по существу постепенно становится негласным стандартом, сказала представитель Intersoft Lab. Полностью интервью с Юлией Амириди читайте на порталах банкир.ру и по кредит.ру, 123кредит.ру. Банкир.ру и латвийский банк Ritum проводят онлайн-конференцию, посвященную валютному рынку. В ней примут участие президент Ассоциации региональных банков России, депутат Госдумы Анатолий Аксаков, ведущий аналитик компании MaxiForex и Банкир ТВ Владимир Сивашов, заместитель руководителя отдела рынков иностранной валюты банка Ritum Михаил Кузнецов, руководитель службы казначейства «Связь банка» Кирилл Звержанский, начальник управления информационной и аналитической поддержки Бинбанка Михаил Гонопольский, заместитель директора инвестиционно-торгового департамента «Абсолют банка» Андрей Зайцев, заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка Михаил Павлов и другие. Задать свои вопросы участникам онлайн-конференции «Валютный пасьянс» вы можете на портале банкир.ру. Издательский дом Маковского и агентство банкир.ру выпустили книгу главного редактора банкир.ру и 123кредит.ру Яна Арта «Шаг за обочину». 600-страничное издание вышло в свет в связи с 25-летием профессиональной работы автора и включает эссе, статьи, беседы и стихи Яна Арта, опубликованные в 1987-2012 годах. Спонсором издания стал банк «Стройкредит» и банк «Абсолют». Подробнее об этих и других темах финансового рынка читайте на порталах банкир.ру, 123кредит.ру, asros.ru и покредит.ру. Сюжеты Банкир ТВ вы можете увидеть также на сайтах berike.ru, 123service.ru, finarti.ru, на сайтах Ассоциации региональных банков России, Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, компании «Кредитный и финансовый консультант» и других. А мы прощаемся с вами и желаем успешной финансовой недели.